Таня и Вадим выбрали песню Алекса Гиффорда «Повторение истории» в исполнении Ширли Бейси и Propeller Heads. There's something evolving. Wherever we come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. В спорте есть хорошая традиция в честь большой победы выкуривать сигару. Даже те спортсмены, большинство из которых действительно не курят, в раздевалке после победы могут закурить сигару. Вадим с Татьяной две сигары достали по ходу выступления. Ну, в общем, танцевали лидеры. Они ни одной дуэли не проиграли. Они действительно одна из лучших пар в проекте «Ледниковый период». И вся эта история, кто хороший, кто плохой, под песню «Повторение истории» смотрелось блестяще. Много новых сложных элементов, ну и, конечно, восхищение. Вот так удачно продуман подбор музыки. Татьяна Навка может танцевать под любую. А как для